Другим темам. Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников металлургии. За плодотворный труд и вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны орден Хурмет получили 22 человека. 41 работник награжден орденом Еңбек Даңқы третьей степени. Еще 51 металлург получили медали Ерен Еңбегі үшін. 7 специалистов отметили почетной грамотой президента Республики Казахстан.